Александр, доктора Бубновского в Севастополе. Занимается необычным лечением. Мы не занимаемся медикаментозным лечением. И по методике Сергея Михайловича Бубновского у нас лечение проходит на тренажер. Сначала некоторых пациентов это пугает, потому что особенно женщины, они боятся каких-то железяк, тренажеров и думают, что это какой-то тренажерный зал. На самом деле это не так. И та методика Сергея Михайловича Бубновского, которая уже более 30 лет существует на территории России и постсоветском пространстве, она приносит очень положительные результаты. У меня болели колени, я полгода вообще не ходила. То есть и приседать я не могла, ходила, ноги волочила. У меня там и жидкость была в коленях, я занималась велоспортом, и мениск был разрушен. Ничего не помогало, никакие физиопроцедуры, и я пришла в центр Бубновского. После диагностики, миофасциальной диагностики, было установлено, что у нее артриты коленных суставов. Это воспалительный процесс из-за неправильной работы коленных суставов, из-за перегрузок. Поэтому мы назначили ей определенный комплекс упражнений, которые вы сейчас увидите. Ложитесь, пожалуйста. Оля, я вас попрошу, у вас на выдохе сгибайте ножку. Да. Казалось бы, это сгибание, обычное сгибание, но вся суть этого упражнения в том, что нет нагрузки на коленный сустав. И это основное в наших занятиях. Поэтому при любом заболевании коленных суставов, будь то артрит, либо артроз, это упражнение можно и необходимо делать. Вы кричали или что-то говорили? Нет. Вам было больно? Мне было не больно, я просто дышала правильно. Приводим ножку к этой ноге. Да, хорошо. Каждое упражнение делаем 15-20 раз. Вначале мы ставим небольшие веса. На последующих занятиях мы спрашиваем, поставили 10 килограмм, сможет ли пациент сделать при таком весе 15-20 раз? И эти веса подбираются чисто индивидуально под каждого человека, потому что у вас сила мышц ног одна, у меня другая, и у каждого она разная будет. При этом упражнении также проходит декомпрессия, то есть идет определенное вытяжение. Сначала может даже быть обострение, а потом, в общем-то, все наладилось. Теперь могу и сгибать ноги, и приседать. После нескольких курсов лечения я теперь могу на 9-й этаж по 5 раз подниматься.